Достойные условия труда, высокая зарплата и карьерный рост. Любой соискатель с радостью откликнется на такие заманчивые предложения. Для ищущих как раз и созданы ярмарки вакансий. Одна из таких прошла сегодня в стенах открытого акционерного общества «Славянка». Только на этот раз отличалась она узкой направленностью. Искали профессионалов в легкой промышленности. Мы решили в этот раз провести не массовое мероприятие, а отталкивались на потребность в рабочей силе. 21-летний Максим Пищалов совсем недавно окончил международный университет МИЦО по специальности логистика. Молодой человек ищет работу, на которой сможет не только получать достойную заработную плату, но и реализовать себя. Соискатель уверяет, он готов к обучению, к тому же он ответственный и трудолюбивый. И критерии к работодателю у него самые обычные. Хотелось бы больше свободного времени, например, свободы действий на работе, побольше зарплат, ну как и всем в общем-то. В поиске высококвалифицированных швей. Так описали свое присутствие на ярмарке вакансий два бобруйских гиганта легкой промышленности – «Славянка» и «Бобруйск Трикотаж». Предприятия готовы предложить ищущим более 30 вакансий, гарантированный социальный пакет и доход от 600 рублей. На сегодняшний день они в них очень остро нуждаются. Люди приходят, задают вопросы. Мы даже со своей стороны готовы обучать швей бесплатно под заказ нанимателя, то бишь под гарантию трудоустройства данных предприятий. Обучение для безработных все бесплатное. На срок обучения назначается стипендия. Срок обучения входит в трудовой стаж. Эту ярмарку вакансий посетили более 10 человек. Специалисты проконсультировали, объяснили специфику работы и взяли контактные данные соискателей. Но как сложится их дальнейшая рабочая судьба, зависит только от них самих. Ведь спрос на профессионалов в городе есть и будет всегда. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.